Звезды СКА Хабаровск. Владимир Сугробов. Вратарь. Начал профессиональную карьеру в 19 лет в саратовском «Соколе». Также за плечами голкипера выступление за московский «Арарат», где Владимир сразу стал первым номером, несмотря на юный возраст. 19 матчей, из них 11 на 0 и победа в зональном турнире профессиональной футбольной лиги. Затем выступал за клубы российской футбольной премьер-лиги «Анжи» и «Тамбов». Также играл в премьер-лиге Армении за футбольный клуб «Пюник». В команде «СКА Хабаровск» с 2020 года. Дебютировал в матче Кубка России против воронежского «Факела». Судьба поединка решалась в серии пенальти. Владимир Сугробов отразил три удара соперника с 11-метровой отметки, а затем сам подошел к точке и мощным ударом вывел нашу команду в следующую стадию турнира. Отменная реакция, надежность и хладнокровие сделали его любимцем болельщиков армейского клуба. «Знай наших». СКА Хабаровск. Владимир Сугробов.